Майкопская улица образцового содержания. Перед домами жителей разбиты цветники, зеленые зоны. Только дорога портила общую приятную картину. Но теперь и она будет в исправном состоянии. Первый этап ремонта гравийных дорог Армавира подходит к концу. Уже выполнено около 90% работ. Подрядчик – индивидуальный предприниматель Сарибекян. Это предприятие уже не первый год занимается ремонтом армавирских гравиек. И всегда добросовестно и качественно. Проводится работа на квадрате ТОС номер 8. Это район Родина, значит, улица Коммунистическая от Володарского до Кропоткина, улица Калинина от Ефремова до Чкалова, вот, улица Ворошилова от Калинина до Кропоткина, Луначарского от Ворошилова до Ефремова. Это последний квадрат, на котором проводится грейдирование в рамках первого этапа. В общей сложности для выравнивания дорог подсыпано около 700 кубометров песчано-гравийной смеси. Подрядчик уже привел в порядок около 200 городских улиц. Первый этап ремонта завершится на следующей неделе, а с 15 сентября начнется второй. Все гравийные дороги отремонтируют еще раз, чтобы подготовить их к осенне-зимнему периоду. Где-то там дорожное полотно подразбилось, где-то проводились ремонтные работы по там, протяжке коммуникации, где-то там водопроводные линии, где-то там тянули. По-любому где-то же дорожное полотно будет испорчено. Также будет все подсыпаться, выравниваться. Работы в рамках второго этапа ремонта гравийных дорог продлятся около 2 месяцев. Подрядчики уверены, что в холодное время года улицы сохранятся в достойном состоянии. Влада Волошина, Евгений Холманских, служба информации телеканала 360 Армавир.